Да, короче, мы все знаем. Илона Маска. Илона Маска мы знаем. Что он придумал? Машину. Машину? Как называется? Не знаю. Как машина? Тесла. Да? Тесла? А у вас здесь есть Тесла? Нет. Окей. Детки, конфетки. Начали. Игра называется «Веселая семейка». Ура! Ура! Вот эти наши пальчики, они такие семейка, братики. Пять братиков в семейке. Самый большой брат. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми. А кто слушает сказку? Кто слушает сказку? Значит, просыпаются они утром. И самый большой просыпается первый. Вот он проснулся, подтягивается, делает зарядочку. Давай, чтобы было видно, это ручки. Потом будешь смотреть на свои ручки, вспоминать. И делать вот такие кружочки. Подтянулся, подтянулся. Пять раз в одну сторону, пять раз в другую. Потом будет второй пальчик, который второй братец, да? Вот, и тот делает эти подтяжки, перевертыши. Потом третий пальчик. И четвертый, и все они просыпаются, и все они делают зарядочку. Так, потом, когда они подтянулись, такие потягушки поделали, они говорят, давайте-ка мы пойдем пить чай или кофе, кушать завтрак. И вот они любят донатсы. Знаете, что такое донаты? Донатс. Ну, в Америке такие они очень... Сейчас, сейчас. Хот-доги? Нет, не хот-доги. Они как пончики, они вот такие круглые. Серёжки, дырка. Вот. И вот они пончики. Вот такие. Ну, пусть будут пончики. Вот они кушают пончики и пробуют, вкусно ли пончик. И вот да, первый со вторым пальчиком они испробовали эти пончики. А что-то Ариэль мы не видим и не хочет в игру играть. И тогда у тебя пальчики будут слабые. Вот, дайте покажу. Вот когда мы так нажимаем, да, покажу. Вот этим, да, вот сюда. У тебя, ты должен так чувствовать силу. Силу. Вот так, вот так, вот так. Подушечкой. Подушечкой, подушечкой. Вот так. Так, вот так, вот так. Все, слышишь? Я поели. Хорошо, поели, попили кофе. Говорят, пошли прогуляемся. Вышли на улицу. У кого есть любимая песня? Веселую какую-нибудь давайте. Ну, в Америке я там со своими детьми. А пока мы стали. Ну, тогда пой, будем танцевать под нее. Ну, вот, и они танцуют, эти пальчики, да, пошли делать. Смотрите, как надо. Ну, а что, подушечками они... Я не пойму, вы что, не можете повторять, что ли, за мной? Ваше задание – смотреть и делать то, что я делаю. Непонятно, что ли? Непонятно? Непонятно. Понятно. А что я делаю? Посмотри. Вот так. Посмотри внимательно. Я понял. А здесь делает... Вы меня удивляете, честное слово. Почему вы не можете просто элементарно повторить? Видите, как я подушечками дотрагиваюсь, да? А вы там и так, и сяк, и так, и эдак. Вот, подушечками. А песенку можно любую. Я со своими учениками там пою. Twinkle, twinkle, little star. А я не знаю слов, они поют. Та-ра-та-ра-та-ра-та. И вот и пальчики. Да, хорошая, кстати. Rain. А вот, знаете, эту песню, как же там? Row, row, row my boat. Та-ра-ра-ра-ра. Та-р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 а-
Слова из одной песни, а музыка из второй. Годится. Так, дальше. Приходит сосед в семью, в эту к
парням, к мальчикам и говорит: «А вы слышали, что в соседской деревне медведь пришел и рушит все дома?» Он залезает на крыши, и он такой тяжелый, и продавливает крыши. «А что нам делать? А что нам делать?» «А вам надо укреплять крышу». И вот они стали работать над крышей. Смотрите теперь внимательно, что надо делать. Вот так они выстраивают крышу. Видите, как? Вот так. Такой купол строят. Купол. Молодец. А теперь вопрос, что вот эти вот кисточки, да, они были все время на... Не вот так, не на воздухе, не в воздухе, а на столе. Так было бы лучше, да. О, ну-ка, Ариэль, ты, да, посмотри. Молодец, молодец. О, работают у вас эти. Крыша хорошая. Все, укрепили. Никто, укрепили, никто меня, не пролезет. У меня она лазерная теперь. Так. Медведь не поломал дом, но зато он что-то поломал другое. Отгадайте, что он поломал? Стену. Дом. Смотрите, вы опять вот смотрите на мои руки, может догадаетесь. Я знаю, что машина. Стену. Ворота. Ворота поломал, теперь они... А у меня крыша лазерная. Открывает. Если он на нее наступит, у нее много пробьет. Открываются, закрываются. Открываются, закрываются ворота. И кто в них залез, как вы думаете? Медведь. Кто в них залез? Не, медведь не залез. Зайц. В них залетели птички в эти ворота и стали клевать зерно. Все зерно в доме съели. Смотрите. Вот оно, это птички. Вот они, клювики. Вот первая птичка. А мы эти уже все пошагали, потанцевали. А вот птички, они все голодные. Надо им... Я ее губы. Можешь, давай. Уже скоро конец. Покажи мне птичку. Хотя бы одну. А вот это всегда вот так вот. На столе. Так. А теперь отгадайте, кто тут пришел за птичкой. Птичка кушает зернышки. Сядь. Я заберу. Близко. Волк. Ариэль. Медведь. Догадывайся, а? Медведь. Какой медведь? Какой медведь? Смотри, я как... пришла их наблюдать. Хорошо. Мне нравится лисичка. Пусть лисичка. Вообще-то это кошка. Лисичка тоже годится. Вот она идет охотиться за птичкой. И волк годится. А смотри, птичка что делает? Оп, и спряталась. Птичка кушает, лисичка идет, так, охотится, подходит ближе, раз, и спряталась. А лисичка теперь с другой стороны, с другой обходит, так, и птичка хитренькая тоже, раз, и спряталась. Ну-ка, дай посмотрю, Ариэль, покажи, где твоя лисичка? Покажи, как она шагает. Ну-ка, давай. Покажи, как шагает. А птичка, они одновременно должны. Птичка кушает, а лисичка шагает одновременно. А она что у тебя скачет по воздуху? Она идет. Она меня вот так. Она идет. Прыгает. Так, покажи, как сделать. Посмотри, как твой братик делает. Я прошагала птицу. Повтори, как он делает. Попробуй. Повтори. А птичка сидит и забыла кушать. О, короче, друг другу помогаете. Так, это была Ариэль, а это был Арен. И детям по сколько? 8 лет? И они близнецы, да? А я была мисс Эльза. Эльза. Мисс Эльза. Сейчас мы отключим камеру. Я спускаюсь. Или по-русски меня зовут как? Эльза Радиковна. Какой? Или просто Эльза годится.